Прямо в центре города сегодня происходит что-то необыкновенное. Откуда тут столько народу? Давайте узнаем. Женя, я смотрю, сегодня какой-то флешмоб. Да, сегодня флешмоб проходит, который называется «Зарядись светом». Данная акция проходит в рамках большой программы «Марафон здоровых привычек». Целую неделю разные общественные организации, различные структуры, учебные заведения будут проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. Пропаганда безопасной дороги тоже здоровый образ жизни. Мы призываем всех быть заметными на дороге, потому что это их безопасность. И ты, Влад, будь безопасным. Я тоже буду в тренде событий и обязательно буду с ним ходить всегда. Именно сегодня мы заботимся о безопасности пешеходов на дорогах. И мы говорим им, носите вот такие вот штучки сейчас. Да. Они светятся в темноте, и вас видно, будьте заметными. Это блестящее решение по проблеме безопасности на дороге в темное время суток. Так что носите катафоты на себе, покупайте своим детям, будьте заметными, переходите дорогу только в правильном месте. А вы все соблюдаете правила дорожного движения? Да! Не пейте за рулем, переходите на зеленый свет и танцуйте!